Здравствуйте, друзья! Прошла неделя после объявления о розыгрыше коврика. Подписалось множество людей, и я очень рад объявить результаты. Давайте посмотрим, как выберет рандомайзер. Я нашел такой. Сразу скажу, что это первый наш розыгрыш. Мы учимся, будут еще. А тот, что вы сейчас видите, это запись. Дальше они будут в онлайне. Ну, мне только сегодня подключили сторис. Я еще не разобрался. Наверное, в сторис это будет в YouTube делать намного удобнее. Итак, у нас есть объявленный в этом ролике конкурс. Давайте засовываем ссылку в рандомайзер. И смотрим, кто выиграл. Очень волнительно. Да давай уже. Отлично. Отлично. Выиграл Дима Шаталов, который написал, что он никогда не выигрывает. Я поздравляю Диму Шаталова и прошу связаться со мной внутри YouTube, да, через сообщение YouTube, чтобы было понятно, что это вы, сообщить адрес, куда выслать коврик и кепочку. Поздравляю. Друзья, не переживайте, вам тоже все будет. Смотрите, какая интересная история. В действительности оказалось, что розыгрыши воспользовались... В действительности оказалось, что розыгрыши пользовались большим вниманием, и я готов продолжать. Дело в том, что у нас появились некоторые вещи, которые, ну, есть возможность разыграть. Сразу, кстати, хочу поблагодарить людей, которые сказали, я готов участвовать, но передайте этот коврик участникам клуба, ребятам. Ну, если бы он был им нужен, я бы им его отдал в первую очередь. Но еще в прошлом году нам удалось... добыть небольшую партию самонадуваек, и поэтому проблемы с ковриками у нас сейчас, в общем, нет. Итак, розыгрыши будут продолжаться. Меня обвиняют, что это раздача халявы, ничего не подобного. Это привилегия участников, подписчиков канала. Ваша привилегия, а для меня это нормальная история. Если у меня что-то есть лишнее, я с удовольствием поделюсь. Зачем на этом сидеть? Вот. Так что дальше розыгрыши. Ну, на полгода, если не считать июль, у меня есть что разыграть, если разыгрывать раз в месяц. Так что в середине мая у нас розыгрыш следующий. И он чем интересен? Дело в том, что одна из фирм предоставила специально снаряжение для розыгрыша. И это такое снаряжение, оно сейчас у меня лежит на коленочках. Вот, да, вот оно есть. И в этом виде снаряжения можно спать в лесу. Да, ночевать, жить в лесу. Поэтому следующий розыгрыш будет еще интереснее. Еще раз, Дима Шаталов, вы выиграли. Пожалуйста, свяжитесь со мной через YouTube, через сообщение внутри YouTube. Или как-то по-другому выйдите, но тогда нужно будет подтверждать вашу личность. Жду ваших адресов. Друзья, продолжаем интересные истории и продолжаем розыгрыши с следующего месяца. В середине где-то месяца регулярно. Всем хороших походов и до встречи в поле.